Երևանում մեկնարկել են Ղրիմի օրերը, որի շրջանակներում Երևան են ժամանել Ղրիմի պաշտոնական պատվիրակությունը։ Պատվիրակության կազմում են Ղրիմի փոխվարչապետ և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտ Ղրիմի հանրապետության ներկայացուցիչ Գեորգի Մուրադովը, Ղրիմի հանրապետության փոխվարչապետ Իրինա Կիվինկոն, Ղրիմի խորհրդարանի պատգամավոր Արմեն Մարտոյանը և այլ պաշտոնատար անձինք, ինչպես նաև մարզի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ։ Այսի շրջանակներում այսօր կայացել է Ղրիմի տնտեսական և ներդրումային ներուժի ներկայացումը գործարար նախաճաշի ձևաչափով, որն անցկացրել են Ղրիմի պատվիրակության անդամները։ Ղրիմն ու Հայաստանը նման են, մենք ունենք գրեթե նույն տարածքն ու բնակչությունը, ուստի համագործակցությունը շատ օգտակար կլիներ երկու կողմերի համար։ Իրավունք TV-ի հետ զրույցում ասաց Ղրիմի հանրապետության փոխվարչապետ Իրինա Կիվինկոն։ Այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ Ղրիմը գտնվում է պատժամիջոցների տակ դեռևս 2014 թվականին։ Հարցին, թե ինչպես են առաջադառնում Ռուսաստանի Դաշնության դեմ արևմտյան պատժամիջոցները, Տիկին Կիվինկոն պատասխանեց. Պատժամիջոցները Ղրիմի տնտեսության վրա ինչքան է զարմանալի լինի, բայց հակառակ դրական էֆեկտ են թողել։ Մեզ մոտ դինամիկ կերպով զարգանում են տնտեսության բոլոր ճյուղերը, դրական ազդեցություն է ունեցել նաև տուրիզմի վրա։ Ղրիմը ждёт инвесторов из всех стран. Мы рады всем инвесторам. Интерес к Крыму большой. Туристические компании Армении задавали много вопросов, связанных непосредственно с отдыхом в Крыму, санаторно-курортным, грязелечебницами, профильными заболеваниями и уровнем излечивания крымскими грязями. Мы подготовили отдельную презентацию прямо по нашим сакским грязям для того, чтобы рассказать всем жителям Армении: приезжайте в Крым, оздоравливайтесь, и точно вы будете здоровы. Как я уже рассказывала в своей презентации, у нас преимущественно малый бизнес. 68% валового регионального продукта создает малый бизнес. А для них важно решение принимать здесь и сейчас, а не откладывать на месяц или более сроки рассмотрения кредитных историй. Санкции отобразились на экономике Крыма, как вы видите, положительно, потому что у нас развивается все. Как ни странно, эффект от санкций получился обратный. У нас появилось огромное импортозамещение, когда крымские производители смогли производить и пармезан, и другие сыры, которые высочайшего качества, из натуральных продуктов. И мы видим, что тот рост промышленности, пищевой промышленности, туризма, он показал только жизнеспособность того, что Крым – это лучший регион для отдыха и нахождения туристов в нем. Армянские представители традиционно принимают активнейшее участие в Ялтинском международном экономическом форуме. Нам бы хотелось, чтобы этот уровень был максимально высоким. Если мы получим сигналы, что представители правительства Армении, а может быть и высшее руководство Армении, захочет к нам приехать на форум, а туда приезжают многие руководители государств, правительств и так далее, и как ближайшие союзники наши, Армения тоже на таком уровне примет участие, это будет для нас большая радость. Я полномочий не имею приглашать руководство страны, это дело руководства нашего федерального. Но ожидать на форуме мы имеем право. Прежде всего, это бизнес-связи. Наши два региона готовы к сотрудничеству полностью. Бизнесу нужно проложить дорогу. Есть группы товаров, которые пользуются большим спросом на территории Республики Армения. Сейчас есть возможности по импортозамещению в Республику Крым тех групп товаров, которые необходимы Республике Крым. Эти деловые контакты, думаю, что обязательно произойдут, и мы выйдем с соглашениями о сотрудничестве между бизнесом и партнерами. Мы планируем заключить соглашения, которые будут в сфере туристической, более того, по поставке товаров из Республики Крым в Республику Армения. А каких группах товаров? Группы товаров были представлены. Это прежде всего агрохимические удобрения, которые пользуются большим спросом на территории Республики Армения. Ну и прежде всего экспорт услуг в Республику Крым касательно туризма, оздоровления и лечения на территории Республики Крым наших лечебных учреждениях. Как я уже сказала, Крым находится под санкциями с 2014 года, и нас новыми ограничительными мерами уже не испугать и не удивить. Наверное, из всех регионов России мы самые закаленные и самые подготовленные были к данным событиям. Конечно, нельзя сказать, что нам легко, да, и комфортно участвовать во внешнеэкономической деятельности, но у нас есть альтернативные модели получения экспортной выручки, непосредственно отправки, в некоторой степени ухода от места происхождения товара, но хотя
хотелось бы отметить, что иностранные партнеры как покупали, так и покупают крымский товар, несмотря ни на какие санкционные ограничения, всевозможные механизмы для наших западных коллег по тому, чтобы как-то нас затормозить в этом процессе. И мы видим устойчивую тенденцию спроса на крымские товары.